еще думаете, что посмотреть вечером? Тогда предлагаем вам подборку лучших сериалов 2021 года. «Почему женщины убивают» второй сезон. После почти двухлетнего перерыва на малые экраны вернулся хит «Почему женщины убивают?». Если в первом сезоне зрители наблюдали три истории женщин из разных десятилетий, объединенные неверностью и убийством, то теперь все действие перенесено в 1949 год. У миссис Йост был отличный вкус. Мне ответить? И что скажешь? Миссис Йост не может подойти, она закопана под бегониями. В центре сюжета – жена ветерана Альма, застенчивая домохозяйка, которая мечтает попасть в закрытый клуб садоводов для самых богатых и уважаемых жительниц городка. И чтобы это сделать, ей нужно получить одобрение главной модной иконы округа. Если вы еще не посмотрели сольный проект самого обаятельного злодея киновселенной Марвел «Бога лжи и обмана Локи», скорее сделайте это. Действие картины разворачивается после завершения фильма «Мстители. Финал», где Локи крадет Тессеракт и создает альтернативную вселенную. Сразу после этого он попадает в управление временными изменениями. Бюрократическую организацию, которая существует вне пространства и времени и оказывается перед выбором. Подвергнуться стиранию из реальности или помочь компании в борьбе со своей альтернативной версией. И правда плод. Французский сериал «Люпен» вышел в начале года и стал неожиданным хитом. Это история о профессиональном воре, который, вдохновившись историями о добром грабителе Арсене Люпене, пытается выкрасть известное колье у богатой семьи, которая 25 лет назад подставила его отца. Кейт Уинслет играет детектива из маленького пенсильванского городка. Она расследует жестокое убийство и с головой погружается в работу, в то время как ее семья разваливается на части. Расскажи про отца. Он был мне как друг. Его не стало, когда мне было 13. Он был детективом. Но у тебя осталась мать. Мы друг друга не выносим. Сценарист мини-сериала Брэд Инглсби родился в настоящем Истауне и посвятил картину своей малой родине. А британка Кейт Уинслет из уважения к этому месту научилась копировать один из самых сложных территориальных диалектов во всех Соединенных Штатах.